Чё, уже вставать? Так отпуск же. Ладно, сейчас встаю. Друзья, с вами блокнот-путешественник, и мы в бутик-отеле «Помидор». Уже отдыхаем, наслаждаемся жизнью и хотим, чтобы ваши выходные или отпуск были такими же яркими. Сегодня мы расскажем, почему стоит посетить Помидор этим летом. Причем неважно, турист вы или местный, здесь каждый может отлично провести время. Бутик-отель «Помидор» – это уютные номера, открытый бассейн, тренажерный зал, гастробар, ресторан, дегустационный зал, а также термальная зона с сауной и хамамом. Далее расскажу вам обо всем поподробнее. А теперь о приятных бонусах. В стоимость проживания в отеле входит завтрак. День только начался, а вам уже не нужно ни о чем думать. Ваше утро начнется в гастробаре за чашечкой ароматного кофе и блюда на выбор. А после отправляйтесь к бассейну нежиться на солнце и попивать лимонады. Бассейн открытый и находится во внутреннем дворе бутик-отеля. Когда на улице прохладно, вода в нем подогревается до комфортной температуры. Рядом с бассейном находятся зоны отдыха, шезлонги под навесами. А если вы проголодаетесь, забегайте в гастробар, где можно плотно пообедать или легко перекусить. Правда, еще вчера я планировала начать этот день немножечко по-другому. Ну, отпуск это ж не значит только есть и валяться у бассейна. Утром пойду в спортзал. Тем более в Помидоре для этого есть все условия. На нижнем этаже отеля расположен спортзал с классным оборудованием и всеми необходимыми тренажерами. Самое время прогуляться и показать вам локацию, в которой расположен Помидор. Отель расположился в южном районе, недалеко от пляжа Алексина. До моря минут 10 пешком. По пути можно заглянуть к местным торговцам, купить сувениры или магнитик на холодильник. В основном это касается гостей города. Какой все-таки Новороссийск красивый город. А еще в Помидоре можно посетить ресторан, попробовать блюда средиземноморской кухни или посетить дегустационный зал и протестировать вкус и аромат благородных напитков из местного винограда. А Браудерсо, парк живой природы, Шато Пино. Завтра я поеду на экскурсию. Бутик-отель «Помидор» сотрудничает с популярными туристическими объектами, винодельнями и местами отдыха. Прямо в отеле вы можете легко ознакомиться с путеводителями и составить план путешествия. Угадайте, куда я направляюсь? Конечно, в термальную зону. Она здесь тоже есть и включает в себя сауну, хамам, небольшой бассейн, а также место для отдыха, где можно разместиться даже большой компанией. Всего в Помидоре 9 номеров, 7 категорий стандарт, 2 junior suite. Некоторые имеют функцию формата connected. Это когда один номер превращается в два. Видите эту дверь? Она разделяет два отдельных номера. Но если вы отдыхаете с семьей или с большой компанией, легким открыванием двери однокомнатный номер превращается в двухкомнатный. Теперь об интерьере. Дизайнеры поработали с красками и стилистикой, сделав каждый номер самобытным, например, в стиле Gucci или Ferrari. Отдельный респект за ванную. Где-то просторные душевые, а где-то ванная комната с окошком в спальню. Бутик-отель «Помидор» – это хороший вариант отдыха как для туристов, которые приехали в Новороссийск и хотят жить в комфорте и рядом с морем, так и для местных, решивших устроить перезагрузку. Так что двери бутик-отеля «Помидор» открыты для всех.